4 декабря хочу показать, как зимуют мои растения в подвале. Так, это хурма сосновская, купленная осенью 21 года, не высажена, так как не было готовой ямы, не было времени. Посадил ее вот такую вот канистру. Это влажный песок. Вот. Дальше. Вот эти вот три канистры, это четыре вернее, это пассифлора инкарната. В интернете бегает название пассифлора, вернее маракуйя северная. Уже был один урожай, довольно-таки неплохой. Так, что у нас тут еще есть? Есть два инжира. И три саженца зимина. Садил сам из косточек. Можно было тоже высадить. Но не высадил по той же причине. Вот тут есть бирочки, когда они были посажены. И сорта, вернее семена, из каких сортов были взяты. Весной будем высаживать. Извиняюсь за качество видео. Снимается с телефона. Всем спасибо за видео, за просмотр.